Всем доброго времени суток, меня зовут Олеся, и вы на моем канале. Сегодня хочу вам показать вот такие помощники для нашего вязания. И кружки, и ниточки немножко. Поехали! Начнем мы с вами, пожалуйста, вот с этих ниточек. Это от гаммы Ирис для вязания, 100% мерсеризованный хлопок. Ассорти микс номер 16. 10 штук по 10 грамм. Вот такие ниточки. Подходят они для вязания всего летнего ассортимента, скажем так. Вот. Можно что-то веселое придумать. Тем более скоро, в принципе, какие-нибудь праздники. Не знаю, куда вы это видео посмотрите. Но, тем не менее, даже можно подставки под горячий повязать. Ажурный, красивый, будет интересно. Вот такой. Вот такой наборчик. Тоже тут 10 моточков разного цвета. 10 грамм. Так, а где? Вот, номер, ассорти номер 18. Так, еще вот такой. Мне казалось, я больше взяла. Так, 13-й. Тоже посмотрите, оттенки синего, голубого и обязательно белый, черный. А, и набор белого-черного тоже есть. Вот он. То есть это для тех, кто, в принципе, от классики никогда не отходит. Кстати, из этой пряжи можно брелки вязать. Тоже можно. Будет очень даже. А далее идем. Вот такие щеточки для снятия пилинга пришли. То есть это, чтобы у вас маленькие какие-то происходят ситуации с изделием. Поносили, начало кашлатиться. И, собственно, вы немножко взяли и убрали. Давайте посмотрим. Вот такая щеточка, видите? Вот она. Для удаления катышков с одежды. Очень классная штучка. Ее можно, кстати, с собой взять. Тут вот описание есть. И острый металлический край с напылением золотистого цвета. Вот такая вот. И еще есть вот такие штуки пришли. Это как раз для махера. Щеточка для махера. Щетка для махера. Тоже, чтобы убирать и чесать, и все красиво было. Такая щеточка тоже есть. Интересная, правда, штучка? Идем дальше. Так, что еще? Ага, еще клей. Это можно склеивать концы. Так. Для тех, кто любит, когда все шелестит, девочки. Вот такой клей пришел. Я им не пользовалась, поэтому... Химлайн. Так, если вы им пользовались уже, то пишите, потому что склеивать можно им все что угодно и даже концы пряжи любой структуры, любого фасона. И он прозрачный. Он прозрачный, хватает буквально капельки, там меньше капельки. Мазнули, все высохло. И можно не бояться стирок. Он выдержит все. Вот такой клей. Дальше идем. Это у нас держатель для мотка пряжи. Это вот как раз маленький. А, не бобинный держатель, а маленький держатель. То есть под ваши моточки. Вот он тут в коробочке идет. Вот в таком пакетике. И он достаточно компактный. Не острый. Вот такой. Очень вкусно пахнет деревом. Прям вкусняшно пахнет. Вот можно на него маленький поставить моточек. Или подставочку и побольше моточек. Все крутится хорошо. Я его уже протестировала. Мне он понравился. Вот, пряжа на нем сидит великолепно. Вот эта штучка сама, она не спрыгивает. То есть за счет того, что вот эта длинненькая, то есть можно даже с двух мотков вязать одновременно. То есть два в одном вот такая штучка. Но она новая еще, поэтому, видите, чуть-чуть тут не опылил мне стол этот держатель. Но он мне понравился. И очень вкусно пахнет деревом. Что очень важно, кстати. Далее идем. Как вы поняли, собственно, по рисунку здесь у нас ножницы. Вот такие ножницы. То есть для вашего вязания, удобства. Вот такие обычные ножницы. Режут они абсолютно все. Даже щелкают. Это значит, что они острые. Вот тут вот. Все остренько. Можно ими все резать. Все, что хотите. Ну и те, кто делает фотки там для Инстаграма, для каких-то еще соцсетей или снимает какие-то видео, то ножнички красиво впишутся в ваши фото и видео.
Вот такие ножнички, очень маленькие, удобные, 10 миллиметров. Так, ну что, давайте проверим, режут они или нет. Ну, вот он пакет обычный. Пакеты, конечно, такими ножницами неудобно резать, но ну вот все режет, пожалуйста. То есть вот такие вот аккуратные ножнички пришли. Я люблю такие вещички. Это у нас для создания помпонов наборчик из 3 штук. Маленький, средний, большой. Сзади есть инструкция, как это что делать. Очень удобно, кстати. Не нужно вспоминать совдеповские методы, да, там вырежи картон, по периметру обведи, и все. Потому что, как показывает практика, и даже на пальцах не у всех получаются ровные, аккуратные помпошки. Поэтому такое приспособление очень выручает. Вот такое устройство. 3 штучки. Это в наборе 3 штуки идет. Для ценителей прекрасного есть вот такой набор подарочный. Здесь у нас идет рулетка. Тоже ножнички. Они режут. Я все проверила. А вот эта бутылочка. Здесь лежат иголочки, наперсток. И вот это сердечко. Я так и не поняла, что это. Сейчас я не хочу вот нарушать упаковку. Подождите. Так, вот такая коробочка. Вот это вот сверху, получается, снимается. Хочу вам показать сердечко само. Сейчас, девочки, подождите. Вот так отогну. Сердечко, видите, на ниточке. Сейчас. Секунду. В общем, я не стала доставать. Это сердечко, оно там на веревочке. Это, скорее всего, как украшение, может, идет. В общем, это вот такой подарочный набор. Любая рукодельница будет такому наборчику рада. Тем более, опять же, можно подарить на любое событие, праздник, именно вот рукодельницы. И она оценит такой подарок. Это у нас идет наперсток для вязания жаккардовых узоров. Металлический. Он у нас уже как-то был, но видео я обычно не снимала такие, показать вам. Это тоже гамма. Вот смотрите, вот такой наперсточек. Очень удобно. Я, кстати, им иногда пользуюсь для вязания. Просто одела, и когда я устаю, и ниточку вот сюда пропускаю, оно легко идет. Можно палец не напрягать. Очень удобно. 18 миллиметров. Вот тут, видите, даже есть указания, как что правильно делать. Очень удобная вещь. Ниточки не путаются, и все аккуратно вы вяжете. Вот такие наперсточки пришли. Так, идем дальше. Хочу вам еще показать тунисские крючки. То есть вот такой тунисский крючок. Прям конкретный. Вот такой. Номера пришли 5,5 и 5. Вот такие прям самые. Потому что других номеров даже на фабрике гамовской не было. Поэтому пока взяла только 2 размера для вас. Ну, такой он большой. Получается длина 36 сантиметров, девочки. Вот такой металлический хороший крючок. Добротный, скажем так. А крючки для вязания тоже гамовские часто спрашивают. Взяла тоже пока 2 размера, потому что больше не было. Взяла, даже 1 размер, 2 только пришел. Но, тем не менее, вот такой красивый крючок. Обычный крючок, 15 сантиметров. 2 миллиметра. Очень удобный. Вот. Потом еще... Ну, спицы я вам уже показывала. Это вот 15 сантиметров. Просто у меня номера в магазине позаканчивались. Пришлось дозаказывать. Вот. Вот такие цветные. Очень удобно ими вязать. Мне понравилось. А размеры пришли 2,5, 3,5 и 2. Ну, в магазине еще все остальные размеры еще есть. Это просто те размеры 2,5, 2, 3. Это которые как раз разбираются очень быстро. А еще пришли... спицы чулочные гибкие. Тоже те размеры, которые уже нету. Пришли размеры. Вот такие, видите, гибкие, очень удобно, они многим понравились, и они приходят, те, кто в магазин сам приходит, берут 1 пару, потом приходят, остальные размеры добирают, потому что они им начинают нравиться, очень удобно, и вязание превращается прям, как девочки говорят, что очень быстро начинаешь вязать. То есть вот, и кружки приехали, кружки сейчас покажу. На 500 миллилитров вот такая, вчера в прямом эфире, то есть в Инстаграм, я девчонкам демонстрировала эти кружки, я пила с них, все. Так, ну эту коробку все равно взрывать, это же на магазин уже все приехало.
Вот, видите, упакованы они хорошо. Вот такая кружечка еще и внизу. То есть она зафиксирована очень хорошо. Легкая, при том, что здесь 500 миллилитров. Вот она вся дутая. Пить из нее очень удобно. Причем узор идет здесь и узор идет здесь. А вот эта лепнина, это все ручная работа. И раскрашивали тоже вручную. Поэтому, если здесь, например, может у вас бледный быть, да, моток, то с этой стороны он будет, видите, яркий. Это нормально. Такая кружечка. И еще с ножницами. Вот с ножницами мне очень понравилось. Тут 400 миллилитров. Тоже такая подарочная упаковочка. То есть можно подарить своей рукодельнице. И она будет счастлива. Хочет открываться. Подождите. Ну ладно, я сделаю так. Вот тоже она закреплена. И получается вот она кружка. Она, кстати, легкая. То есть прям удобно ее держать, пить из нее тоже удобно. 400 миллилитров. И видите, рисунок идет по всему периметру тоже. Вот, то есть и с этой стороны можно взять, и с этой стороны можно взять. То есть кружки, это все есть в магазине. Заезжайте, приходите. Вот такой обзор я вам показала. Если есть вопросы, конечно же, задавайте в комментариях. Цены я не озвучиваю по той простой причине, что я еще это все не поставила на приход в магазин. Поэтому пока я не знаю цены. А придумывать, присочинять я тоже не хочу. Вот, цены появятся, все появится. Поэтому пишите, узнавайте, задавайте вопросы. Почты все высылаем, это без проблем. Почта, СДЭК, все у нас есть. Или можете приехать к нам сами. Я нахожусь в Балашихе. Это Московская область, кто не знает. Спасибо за просмотр. Всех целовашки, обнимашки. До новых включений. Пока-пока.